Дорога стремится навстречу, как шепот шуршание шин. И ночью становится вечер на стеклах летящих машин. Несутся привычно мигая ночных светофоров огни. Работа, работа твоя непростая, товарищ инспектор ГАИ. Тревожный сигнал раздается, на помощь кидаешься ты. И стрелка спидометра бьется зигзагом у красной черты. Дорога. На дороге проявляются люди. Дорога не прощает трусости, подлости, равнодушия. За годы работы с каждым поворотом, перекрестком связаны воспоминания. Вот тут удалось предотвратить аварию, а здесь нет. На этом углу тоже был весьма тяжелый разговор. А здесь, здесь года два назад произошел один... Пожалуйста, сбит мотоциклист у Калинки на моста. Да-да, скорее, пожалуйста. Орлик, я 117-й, вас понял. Следую на место происшествия. Можете унести. Вот тут стоял «Жигуль». Нас увидели и рванули. Их двое было, водитель и девушка. Они... А какого цвета машина? Серая. Бежевая. Бежевая. А номер не разглядели? Цифры не помню. А серия была, по-моему, не то Лещ, не то Лещ. Нет, точно-точно, Лещ. Лещ, да. Лещ. Лещ. Жигули? Точно. Есть краска. ВАЗ 2101. Цвет установили? Светло-бежевый. Информация по ДТП у Калинкина моста. Наезд совершен автомашиной ВАЗ 2101 бежевого цвета. По проспекту Металлистов с повышенной скоростью проследовала автомашина «Жигули» с разбитым задним правым крылом. Номерной знак забрызган грязью. Последняя цифра 17, серия «Леш». Цвет светло-серый или бежевый? Как поняли? Прием. Светло-бежевая серия «Леш». Последняя цифра 17. Всего 23 машины. Уж в Москве в командировке, а машина на стоянке у летнего сада. Благодарю вас. Да не в Москве он, товарищ капитан. Он сегодня днем брал машину. И барышни с ним. Коля, гараж, тележная 6. А это он там машину чинит.
Достал. У тебя порядок, Коленька? Полный. Молодец. Здравствуйте. Сотрудник госавтоинспекции, капитан Сергеев. Это ваша машина? Нет. То есть, да, а что? А ваша машина после удара стояла вон там. Ну так что, может быть, все-таки сами обо всем расскажете? Да. Фигурировали в протоколе. Я же до утра в Москве. Но так же нельзя, Володя. Сам виноват, без света ехал. Жив, слава богу. Жив. Что ж теперь будет? Лида. Лида, идем. Да? Идем. Кошмар. Не лез, подберусь. Кошмар. Так, так. Прилично, прилично. На столб, понимаешь, наскочил. И Лидочку перепугал. Да знаем мы ваши столбы. А еще двадцаточкой под нам тратить надо. Грабитель ты, Коля. К утру успеешь? Успеем. Ночные, понимаешь, похмельные. Если что, отвечать вместе будем. Вот так, так все и было. Лида. Да, да. Пострадавший ненадолго пришел в себя и дал нам вот такие показания. Съезжал с моста, у меня свет вырубился. Сам виноват, налетел на поребрик. Дальше, товарищ следователь, ничего не помню. Товарищи, дорогие товарищи, спасибо. Это спасибо нашей милиции. Я же не виноват? В наезде вы не виновны, но вы бросили тяжело раненого человека. Я тебя предупреждала. Ну, я здесь ни при чем. Спасибо. Товарищи. Нет уж, извините. С вами, со всеми. Разговор еще не окончен. Каждому придется отвечать за свои проступки. Дивизион, равняйсь! Смирно! Приказываю заступить на охрану общественного порядка в городе Герои Ленинграде. По машинам. Суровым порою бываешь, но лишь пронесется беда. Прощаясь, как друг, ты как друг пожелаешь счастливой дороги всегда. И шины шуршат, как страницы, листая дежурства твои. Покой тебе даже ночами не снится, товарищ инспектор Гаи.